Привет всем любителям хорошего звука, с вами Левчук Александр, канал Звукомания. И в этом видео я расскажу про вот такие вот наушники. Наушники Philips Fidelio X2. Кстати, эти наушники у меня уже давно. Сейчас давайте снимем с этой штуки. Они мне очень-очень давно. Я ими пользуюсь как рабочими. И всем рекомендую их купить. Всем тем, кому нравится звук открытых наушников. И всем тем, кто не хочет переплачивать за наушники. Кстати, данное видео не рекламное, это видео не содержит никаких... Это мое личное видео, мой личный отзыв, обзор о данных наушниках. Как-то делал ранее, еще в самом начале обзор, но этот обзор будет намного более лучше, более компетентней, более качественней, чем то, что я делал ранее. Во-первых, наушники очень и очень комфортны. Что можно сразу же отметить, так это их велюровые подушки. Подушки амбушюры просто бомба. Они полностью охватывают все ухо. Естественно, они полноразмерные. И, естественно, они не давят вам вот сюда наверх на голову. Они шикарно сидят у вас на голове. Очень качественно. Очень хорошо, причем вы можете слышать звук, посторонний звук, звук окружающего какого-то шума, вот. И это как бы особенность всех открытых наушников. Если у вас не было открытых наушников, советую протестить, послушать, и вы сами убедитесь на этом. Но не все открытые наушники имеют такие фишки, я имею в виду звук окружающий слышен. Во-вторых, что еще хотелось бы рассказать о данных наушниках? Они очень качественно сделаны. Наверху вот такую вот кожаную вставку, не знаю, кожаная она или кожзаменитель, но достаточно качественно выглядит, и выбито здесь Philips Fidelio, все как надо. Они не давят на голову сбоку, они не давят на голову сверху, и можно носить очень-очень долго. Что же касается звука, звук очень комфортный, в том плане, что он более нейтрален, чем, допустим, темный, либо яркий. Он более нейтрален в высоких, более нейтрален в средних частотах. И что самое главное, здесь есть бас. Да, это открытые наушники, и здесь есть бас. Во многих открытых наушниках вы, ну, можете не найти этот бас. Он может присутствовать, но в каких-то маленьких таких вот нюансах. Он будет рыхловатый, он будет очень мягкий, он будет очень расплывчатый. Здесь есть бас, это я вам точно могу сказать. Наушники универсальны по жанрам. Они очень хорошо сидят. Я вам всем рекомендую данные наушники. Всем тем, кто не хочет переплачивать, потому что данных наушников больше не выпускают. Сейчас какие-то модели Philips Fidelio делаются, но это уже другая история.
А эти наушники вы можете найти на интернет-барахолках. Причем и коробочный вариант, и просто, допустим, без коробки. Но они звучат неплохо на свою цену, особенно на цены БУ. Они шикарно озвучивают весь спектр звука. Ну, если честно, наушники очень-очень хороши. Жаль, что Philips выпустили их в каких-то ограниченных количествах. Причем они сделаны очень хорошего качества. Они прям такие сделаны очень-очень хорошо. Я бы их даже бы не стал менять ни на какие аудиотехники 50-е. Тем более Sennheiser некоторые. Они, кстати, отыгрывают намного лучше, чем некоторые топовые Sennheiser. Я имею в виду открытые Sennheiser. И причем бас в них есть. Бас, он очень хороший. Он как почти в закрытых наушниках. Прям неплохой такой бас. Если вот в эту сторону будет копать Philips, дальше идти совершенствовать свои наушники, они будут делать очень хорошие, высококачественные наушники, открытые, я имею в виду, с хорошим, мощным, качественным басом. Про высокие и средние частоты я молчу, они очень хороши, ничего не скажу лишнее, потому что они хороши и все. Потому что за эту цену они просто отличные наушники. Так что всем советую, рекомендую, если вы их найдете в барахолках. Они, естественно, открыты. Я вообще любитель открытых наушников. Почему, спросите вы? Да потому что в этом соотношении легче добиться, я имею в виду в открытых наушниках, и при соотношении цена-качество легче добиться, найти свой звук, легче его найти в том плане, что, допустим, в закрытых, таких, допустим, высоких и средних частот, ну, очень-очень редко сыскать надо. А я вообще любитель средних частот и немного баса. А вообще, я очень большой поклонник нейтрального звука. Они уже порядком поизносились, но они служат мне верно и хорошо в том плане, что я их подключил и забыл. Единственный минус данных наушников, то что вот на вот таком вот велюре, вот на таком вот велюре собирается пыль. Это единственный минус данных наушников. А по звуку они всеядны, все жанрово. В них можно послушать и попсу, и рок, и можно также послушать классику, и джаз, и блюз. Из плюсов отсоединяемый кабель 3,5 на 3,5 идет в комплекте, очень хороший, кстати, кабель, в такой хорошей оплетке, не помню точно, 3 или 5 метров, такой длиннючий кабель, причем очень хорошего качества. Затем идет коробка большая. А так они весьма хороши, вполне нейтральные по звуку, не так дороги. На интернет-барахолках вы их найдете буквально за какие-то небольшие деньги, от 3 и до там 80 тысяч.
смотря какое состояние, естественно. Очень всем рекомендую, очень всем советую такие наушники. Сейчас уже выпустили ряд новых наушников. Я их не тестировал, не слушал. Очень хотелось бы потестировать. Как-нибудь о Philips'ов, о новых моделей я расскажу, если, естественно, они у меня появятся. Ну, благодаря друзьям, благодаря спонсорам и рекламодателям, они бывают у меня. Так что следите за выпусками. На этом с вами прощаюсь. И удачи всем найти свои хорошие наушники.